всем привет! Наступила пора отрегулировать схождение колес. Рулежка стала невозможной. Значит, получается, что вот это колесо ушло в эту сторону. Ну, то есть правое вправо ушло. Левое более-менее, вот это колесо более-менее стоит ровно. Значит, что сделано? По советам в интернете натянута веревка, параллельно заднему колесу сейчас выставляю. То есть получается, что нужно сделать, опять же в интернете прочитано, надо выровнять, то есть задние колеса, они стоят ровно, всегда ровно, и надо мне сейчас вот эти расстояния от диска до веревки выровнять путем регулировки вот этим ведром, то есть смещать его или влево, или вправо. Когда здесь расстояние от диска до веревки будет одинаковое, надо приступать к регулировке передних колес, выравнивая расстояние, чтобы было точно так же ровно, как и на заднем колесе, то есть ровное расстояние. Приступим. То есть вот я вытащил, взял штангель. Сейчас от веревки смещаю. И получаю расстояние. Вот по нему буду ориентироваться. Сейчас еще чуть-чуть надо. Вот. Здесь у меня получается 26, а здесь меньше, значит веревку нужно будет сдвинуть. Как буду сдвигать, сейчас покажу. Просто элементарно беру и сдвигаю немножечко влево, вправо вернее. Вот так. Посмотрим, сколько будет расстояние. Вот почти. Почти доходит. Еще надо сдвинуть, значит. Ну и таким образом буду выставлять 0. Перед тем, как регулировать, нужно расслабить, расконтрагаить на тяге гайки ключом на 19. Там левая резьба, около колеса правая резьба. В общем, ошибка какая была? По заднему колесу веревка проходила по центру, то есть ближе к колпачку. А раз тут уклон, на асфальте, то впереди оно смещалось ближе к основанию, то есть ближе к асфальту веревка смещалась. Подставил я, получается, здесь ведро, под ведро этот табуретку, а там он брусок. И сейчас более-менее по центру проходит. Будем пробовать регулировать. Thank you.
теперь контрагаем. Ну и дорога покажет, как отрегулировал. Значит, везде одинаково. Спереди, то есть получается вот это расстояние от задней стороны колеса и с передней колесы, стороны колеса должно быть одинаковое. Также и с той стороны. А сзади абсолютно ноль, то есть везде расстояние вот такое, допустим, одинаковое. То есть и с той стороны колеса, и с правой стороны колеса, то есть везде бы где не смотрел. Все, значит, вот так вроде смотришь. Визуально колеса ровные. Сейчас проедусь, посмотрю. А да, кстати, не показывал, как заводится с насосом. Вот я его начал закачивать. Вот он, звук работающего насоса. Закачиваешь в отсос, ну, на серединку где-то. Вот, подождешь, вот сейчас его закачает. Ну, со второго раза должен будет завестись. С первого раза заводится, ребята. Мне помог этот насос. Рекомендую.